Да. У кого будут вопросы, поднимайте руки, чтобы видно было кто. Да, чтобы сразу не отвлекаться, чтобы сразу на все ответить. Я попытаюсь сегодня рассказать о чем-то немножко новом, об Angular Native. Да, у меня есть такая крутая футболочка. Я ее привез из Бостона, когда слушал как раз очень похожий доклад. Вот. Итак, мы поговорим сегодня не только об Angular Native, что это за технология, как работает, но мы поговорим о реальных кейсах. Вот. И начнем мы с простого вопроса, из чего же все-таки состоит Angular Native. Он состоит по факту из двух больших частей. Собственно, Angular, то есть тут никого не удивляет, а второе — Native Script. Вот ребята придумали вот такую новую иконку. На самом деле у них нет торговой марки Angular Native, хотя все ее упоминают. Но для того, чтобы перейти к более техническим объяснениям, я скажу всего пару слов о каждой из составляющих частей Angular Native. Ну, за Angular 2 я ничего говорить не буду. Единственное, что замечу, речь идет именно о второй версии, не о первой. А Native Script — это была кроссплатформенная тулзовина, кроссплатформенная разработка, кроссплатформенная платформа, прошу прощения, которая была разработана одной из компаний, которая раньше называлась Telerik, а сейчас называется Progress, и которая обратился Google с предложением. Мы посмотрели вашу технологию, она нам кажется достаточно обещающей. Не хотите ли вы рассмотреть возможность использовать именно вашу технологию в качестве движка рендеринга для нашей новой версии Angular? Вот. Ребята согласились, и по факту вот уже как полгода они активно продвигают, собственно, Angular Native как новую технологию, то есть не как отдельный Native Script, а как связку с Angular 2, которая дает возможность вам на Angular 2 писать нативные приложения и не только под мобильные устройства. Собственно, об этом и пойдет сегодня речь. Итак, мы поговорим отдельно по двум частям. В чем различие, что такое Native Script, в чем различие Angular 2 и Angular Native. И начнем мы с Native Script. Собственно, идея простая. Пишем нативные приложения на JS. Только вот цель может быть разная, когда вы пишете нативное приложение. Цель номер один. По факту это, что вы хотите достичь, это получить 100% нативной функциональности от вашего приложения, или вы хотите получить 100% нативную производительность в вашем приложении. И тут надо четко разделять эти два понятия, потому что это совсем не одно и то же. И начнем мы со 100% нативной функциональности. Как это реализовано на Native Script? Если кто-то работал с PhoneHub, тут поднимите руки. Я думаю, что да. Собственно, объяснять не буду тогда. Это нативное приложение, в которое встроен веб-браузер, и, собственно, ваш JavaScript-код крутится в этом браузере и получает какой-то ограниченный доступ к API через PhoneHub-плагины, через Cordova-плагины. То есть, если вам что-то нужно, вам нужен плагин. То есть в любом случае, или этот плагин написан, уже существует, или его пишете сами. Вот. В случае, если мы говорим о Xamarin или Native Script, этот, кстати, слайд взят с официального блога, вот, поэтому мы там можем в чем-то соглашаться, не соглашаться, но у вас ваш код получает полностью весь доступ к нативному API. Как это работает и, собственно, как это использовать, сейчас и поговорим. Ну, нормальный девелопер, что он делает? Он заходит, открывает документацию, да, и видит вот такую табличку. А потом начинает соображать, а как же мне получить доступ, если у меня вот здесь вот что-то крутится мое, да, а мне нужно вот там получить.
Он смотрит, ага, туда-сюда. Я не знаю, как это работает. Вот, мало того, я не знаю, какие это работают. Вот, но я знаю, как это работает. Вот, это валидная строка в NativeScript. Когда вы просто в JavaScript пишете слово, создаете переменную файл и создаете нативный объект. То есть, так, no comments называется. То есть берете просто и создаете нативный объект, любой, который есть. Тут написано, под этой строчкой написано 4 шага, как, собственно, это работает. Вот, но это работает, когда уже программа запущена. То есть по факту, то есть ваша виртуальная машина выполняет JavaScript код. Хочется заметить, что на Android это V8, а на iOS это JavaScript Core, то есть две разных виртуальных машины, поэтому у них механизмы работы немножко разные, собственно, и система, и диаграммы нативного исполнения были разные. С помощью биндинга определяются соответствующие методы нативные, которые нужно вызвать. И есть такой machine service, он преобразует строку JavaScript в объект, в нативный. И по факту, в дальнейшем, как только вы создали эту переменную, вот четвертый шаг является ключевым. Вот, четвертый шаг, вот эта переменная JavaScript-овая файл, она по факту ссылается на нативный объект. Вот. Как это все работает и почему обещается 100%? На самом деле, самое большое достижение компании Telerik, а теперь Progress, состоит в том, что они разработали архитектуру, как это можно сделать. То есть кто-нибудь писал на Java? Поднимите, пожалуйста, руку. Да, то есть эти люди знают, что такое reflection, да? То есть когда вы знаете имя метода, вы можете получить к нему доступ. В JavaScript это очень просто. Через квадратные скобки вы вставляете строку, вот по факту тот же самый reflection. Вот, так что придумал Telerik и как это все работает? А они придумали, сейчас немножко отлистаем назад, вот, они придумали объект метаданных. Вот он. Вот, на Android и точно такое же на iOS. Вон там сверху метаданные. Что это значит? Это значит, что как только выходит какое-то новое нативное SDK, они в файлике метаданных записывают метод, который вызывается на нативной стороне, и, соответственно, сигнатуру метода на JavaScript-овой стороне. Все, это, ну, скажем так, простым языком, это обычная текстовая табличка. Да? То есть тем самым, в тот момент, когда у вас появляется SDK новая, они в этот файл добавляют новую запись для работы с новым методом. И это позволяет им обеспечить поддержку так называемого нулевого часа. То есть в тот момент, когда выходит новая SDK, они в течение буквально 5-6 часов выпускают новый апдейт своего NativeScript'а, который уже поддерживает эту функциональность. Им не надо ничего переписывать. Но это за собой, естественно, что-то тянет. А тянет это следующее. Вот это вот метадата, которая позволяет строить reflection, она компилируется в момент запуска вашего приложения. То есть в момент, когда вы нажимаете «Запустить приложение», оно с помощью reflection строит соответствие всех ваших нативных объектов пространству имен в JavaScript. За счет этого запуск в NativeScript, он дольше. Вот. Как это выглядит в коде? Тут два примера работы с нативными объектами из документации. То есть в первом примере вы просто работаете с массивом нативных объектов на iOS, а во втором это вы создаете кнопку с каким-то контекстом и присваиваете ей текст. То есть ничего заоблачного, ничего того, что вы не знаете в JavaScript. Самое удивительное то, что в самом NativeScript все плагины по работе с камерой, по работе с акселерометром, по работе
со всеми нативными фичами самого телефона, написано на чистом JS. Вот. А это строчки из моего скиллзапчика небольшого. Я тоже на Native Script писал. И что это, что здесь происходит? Происходит здесь магия. Мы, то есть программа, о которой будем дальше говорить, на iOS показывает какой-то список. И вот в iOS есть такая фича, что когда вы тапаете на какой-то item в листе, он имеет цвет. Но сами понимаете, что цвет этот надо как-то менять. У вас дизайн надо поменять или еще что-то. И, соответственно, это можно изменить только из нативного кода. Вот. Так что происходит в этом коде? Вы просто получаете view, list view с помощью ID в вашем темплейте. И потом вешаете события во время загрузки айтема. Вы получаете какие-то аргументы и смотрите, если в аргументах, ну, вот args — это, собственно, вьюха, которая вам приходит. Если она принадлежит iOS, то я устанавливаю selection style none. Больше ничего. То есть для того, чтобы написать такой код, мне понадобилось зайти в Stack Overflow и загуглить просто, как отменить selection color на iOS. Все. Я не лез ни в какую документацию там Native Script, я не лез в документацию Angular Native. Я знаю, как это называется, я его использую. Вот. Теперь о второй части. В чем отличие от Angular 2? А по факту ни в чем. Абсолютно. И сейчас поговорим об этом более подробно. Кроме одного. Это, собственно, темплейт того приложения, которое вы пишете. Тут нет HTML-тегов, тут нет того, к чему вы привыкли в HTML в верстке. Тут есть нативные вьюхи, то есть лайауты нативные. В отличие от React Native, где у вас все основано на Flexbox, об этом чуть-чуть попозже, здесь вы используете именно нативные лайауты, Stack Layout, Absolute Layout. И есть небольшое но. Вот здесь вот оставлено в качестве примера. Это реально работающий кусок. Если обратите внимание, в Absolute Layout у нас есть два тега, iOS и Android. Что происходит здесь? Это значит, что во время подгрузки айтема в iOS мы будем использовать нативный элемент image, а во время подгрузки Android, кто на Android нативно писал? Вот, знаете, что такое memory overflow, когда пытаетесь подгрузить большую картинку, у вас крашится аппликуха. Вот, в Андроиде невозможно загрузить в список много картинок, потому что он выкидывает. Это всем известный даже не баг, это фича платформы. И вот для того, чтобы используется так называемый image loader. Это библиотека, которая позволяет следить за жизненным циклом картинок. Так вот, вот здесь вот используется библиотека от Facebook Fresco вместо картинки. Вот. И есть еще одно но. Вот, есть волшебные постфиксы. Что это значит? Это значит, что если у вас есть какой-то файл, если мы говорим там о TypeScript файле или о темплейте, и вы напишете postfix Android, то этот файл будет компилироваться только в тот момент, когда вы будете компилировать под Android. Если вы напишете iOS, этот файл будет компилироваться только когда будете компилировать под iOS. Точно так же сделаны все плагины для Native Script. То есть там есть три файла. Android, тот, который на JavaScript написан, логика поведения. iOS, там, где под iOS написано. Вот. И есть третий файл. Чтобы вам не делать Ctrl-C, Ctrl-V, есть common. Вы там просто описываете общую логику, и он является ключевым, который подгружает или тот файл.
Вот. И вот. Начнем мы с самого простого. Время загрузки. То есть тут мы говорим просто про одно приложение с одной кнопкой, больше ничего. Ну, Native тут понятно, React Native тоже хорошо. Native Script 670 миллисекунд. Ну, господа, мы только что говорили, что при загрузке этого приложения у вас происходит reflection и строится отражение всех ваших нативных объектов, которые используются в вашей программе в пространстве имен JavaScript. Поэтому настолько долго. Но если вы зайдете на официальный сайт, вы сможете найти, например, рекомендации, как это все, как убыстрить. И одна из рекомендаций, ну, как правило, вернее, все рекомендации касаются всем известных вещей, например, минификация кода или упаковка все в один бандл. А потом мы переходим к примитивам. И вот передача чисел от JavaScript к нативной части, вот тут уже начинаются сюрпризы. Например, у нас есть 1 миллион вызовов нативных кодов. Вот, и оказывается, что быстрее Native Script всего только две платформы, Native и Xamarin. А если… Да? Еще раз напоминаю, если есть вопросы, давайте обсуждать тут… Этот. Да. Когда вот начальная загрузка у вас, да, это каждый раз она, да, строит рефлекшн, не кэширует ничего? Нет. Или только при обновлении версии? Нет, SDK? Каждый раз. Это одна из вещей, которые, скажем так, не очень приятны. Вот. И я покажу на этом, покажу фидбэки. Вот. Получается, что… Смотрите, у вас есть метаданные, у вас есть заготовки классов, стабы классов, есть, ну, таблица метаданных, как я уже сказал. И в момент запуска вашей программы сама программа пробегается по вашей таблице и по этим, по заготовке этого класса и строит эти классы. Поэтому каждый раз при запуске этой программы она будет выполняться. Но тут надо учитывать одну вещь. Дело в том, что мы говорим о реальном запуске, то есть когда вы потушили программу, то есть, а не о том запуске, когда вы свернули программу и открыли заново. И кейс я чуть попозже покажу. Вот. И тут большие объемы данных. 1 килобайт от JavaScript к нативной части. Ну, цифры вы видите сами. Вот. А сейчас небольшой… Вопрос. А да. Вы изучали, почему так просаживается React Native? Да, это через два слайда. И, собственно, вся правда о нативной производительности. Вот. И она заключается в очень простом факте. Все тесты врут. Вот. Дело в том, что нету действительно тех кейсов, которые бы были приемлемы для конечного пользователя. Вот компания Google недавно ввела такой термин Rail, который описывает производительность для конечного пользователя. Это отдельная тема совершенно доклада. Если кого-то интересует, он могу отослать к организаторам или погуглить Rail. То есть там в зависимости от контекста разные временные метрики. А любые тесты, которые вы возьмете, вот, они будут показывать какую-то синтетическую ситуацию. Ну вот, реально, часто вы там передаете 1 килобайт туда-сюда? Не часто, думаю. Вот. А вот если говорить о нативной разработке, то одной из самых распространенных ошибок в нативной разработке у джунов — это люди не используют просто потоки. И если вы поговорите с мидлами или синьорами, то вам любой человек, который имеет нативный experience, скажет, что вся бизнес-логика должна быть отделена от UI-потока. Это как раз та самая ситуация, почему у нас не играет PhoneGap.
Вот. И вот теперь вопрос был из зала, почему большая просадка у React Native. Я обещал во время анонса своего доклада сказать положительные вещи о React Native. Так я вот могу сказать, я знаю одну киллер-фичу React Native и знаю одну киллер-фичу Angular Native. Так вот, киллер-фича React Native заключается в том, что JavaScript-движок, в котором крутится, собственно, ваше все приложение, оно выделено от UI. То есть по факту у них все сообщения между UI и логикой передаются асинхронно и сериализуемо. Вот. И именно из-за этого у них большая просадка по производительности в тот момент, когда они пытаются связаться друг с другом. Вот. Поэтому я и написал там на предыдущих слайдах, что все тесты врут. Вот. Потому что конечному пользователю глубоко по боку, сколько тысяч там, или сколько миллисекунд, ему надо, чтобы штука или делала, или выглядела красиво. Больше ничего. Вот. Так вот, киллер фича React Native заключается в том, что у вас JS не в UI-потоке крутится, но тут начинаются большие проблемы. Вот мой коллега Спама, который делал доклад по тестированию React Native, он потом на Speaker Corner сказал, что в React London был доклад как раз по второму вот этому слову. Видите, там написано, что надо быть, ваше приложение на React Native должно быть асинхронным, и обмен должен быть пакетирован. Так вот, прикол состоит в том, что когда вы очень много начинаете общаться с UI, вот, ваше приложение начинает пытаться синхронизировать потоки. У коллеги был там слайд более показанный, там три потока на самом деле. Вот, и оно начинает дико тормозить. Вот. На Google I/O в 2011 году был похожий кейс, когда докладчик из Google сказал, что C++ программы на Android не всегда работают быстрее, чем на Java. Прикол состоит в том, что там то же самое. Как только вы начинаете синхронизировать потоки, у вас начинаются дикие лаги. Но у нас, извините, но у нас за Angular Native, поэтому поговорим о том, как решать ситуацию в Angular Native. А в Angular Native вы просто юзаете Worker. То есть такой же API, такая же функциональность, все такое же, вы просто берете и юзаете веб-воркеры. С одним небольшим исключением. Исключение состоит в следующем. Если вы работаете с веб-воркерами в браузере, то все знают, что доступа к DOM там нету. Здесь есть доступ к UI. Но лучше этим не пользоваться, потому что оно застопорит все потоки. Вот, поэтому используйте просто как веб-воркеры. Вот. И множество приятных мелочей по поводу native скрипта. Начнем с самой главной. Это шаринг кода. Помните слайд, там где было написано, что у нас нет никакого отличия Angular 2? Так вот, действительно нету. Дело в том, что ваше Angular Native приложение, оно по факту вы пишете компоненты и сервисы. Вот. А инжектите в ng-модуль, провайдеры там и все остальное нативный для HTTP, например. Вот. И на этом слайде есть пример, как это работает для разных платформ. То есть вы не переписывая никакой код, вы просто в ng-модуль инжектите другой провайдер для HTTP, он пользуется нативной функциональностью. На этом все и закончилось. И, ну, схемка — это хорошо, а это реально работающее приложение, в котором не было не изменено ни одной строчки. iOS симулятор, Android эмулятор и Chrome. Вот, ссылочку на эту аппликуху я дам. Это на самом деле сид для старта нового проекта. Это приложение содержит, ну, тапку, несколько страниц, About и интернационализацию. То есть в
все ключевые моменты стандартного приложения. И это же приложение, которое работает на Mac. Вот, и чуть-чуть позже. Сейчас. Да, и на Windows. Еще раз, без единого изменения вообще. Вот. Это ссылочка, собственно, на сид, который вы можете скачать, запустить и посмотреть, как это все реализовано. То есть там все темплейты есть, и этот, есть темплейты на HTML и темплейты на XAML. Это подмножество XML, чтобы вас не пугало, это вот та самая разметочка, которая там была. И слайды будут доступны в онлайне, так что и ссылки все кликабельны. Да, еще один плюс — это E6. Как я уже говорил, в Android Native Script использует виртуальную машину V8, а в iOS он использует JavaScript Core. То есть весь ES6, который сейчас доступен там, вы можете напрямую без бабеля, без всего остального, без транспилеров использовать в Native Script. Вот, но некоторые я пишу на TypeScript, честно. Вот, а вот интересная линка. Кто использовал Ionic? Супер, вам понравится. Это огромный документ, просто огромный документ, где шаг за шагом написано, как сделать из существующего PhoneHub-приложения на Ionic нативную аппликуху. Вот. И там есть еще много чего приятного. Первая из приятностей — это расширение существующих нативных приложений. То есть у вас есть аппликуха, у вас есть исходные коды нативной аппликухи. Вы можете на Angular 2 дописать туда функциональность. Но, к сожалению, это не какое-то там достижение Angular Native, потому что React Native имеет то же самое, например. Я даже не буду спрашивать, сколько людей пользуются Facebook, да? Там страница в Facebook ивенты, она написана на React Native. Если кого-то интересует, может почитать, кстати, на React Native портале последнюю статью по поводу по оптимизации перформанса в React Native. Вот. А вот сейчас интересно. Дело в том, что вы можете подключать к своему Angular Native приложению любые C++ модули, и по факту это подключение аналогично Node.js. Вот. А это то, что будет к концу года. То есть вы там будете полностью иметь Node.js API. Вот. Ну, работа с Android виджетами — это такая штука, которая располагается на ланч-скрине, там, допустим, часики, там, знаете, там еще что-то. Вот, про тестирование. Вы можете использовать Mocha, можете использовать Appium, вы можете использовать любой JavaScript фреймворк для юнит-тестирования и любой нативный фреймворк для тестирования Native Script приложений. Как это? И там есть на официальном блоге огромные статьи. И почему это работает. Вот. Из приятностей Universal Windows Platform по факту вы можете писать под Windows 10 на Angular Native. Но это опять не какое-то исключение, потому что сама компания Microsoft анонсировала поддержку React Native на этом, Windows Universal. А вот эта фича платная, вот. Но я считаю, что нужно ее упомянуть, потому что кто пользовался Delphi? А вам удобно пользоваться UI-ным билдером, да? Вот это Delphi для нативных приложений в онлайне. Один в один. То есть вы берете, конструируете свое приложение, вписываете туда, и вам чуть-чуть дописать кода. Очень крутая штука, но дорогая. Вот. Для дебага вы можете использовать Web Inspector, Node Inspector. И есть вещи, которые стоит упомянуть.
Именно как для разработчиков, потому что в середине ноября выходит новая версия 2.4. Вот, и она будет содержать дефолтные темы, потому что очень часто к вам приходит заказчик и говорит: я хочу забутстрапить это приложение, потому что все считают, что оно на самом деле так и есть, что если у вас есть дефолтные темы или есть какие-то дефолтные пресеты, то забутстрапить это быстрее. Так вот, они выпускают дефолтные темы, несколько дефолтных тем в середине ноября с новым релизом, вот, с помощью которых вы можете бутстрапить свое приложение или стилизовать уже забутстрапленное. Вот, а теперь о грустном. Да, о грустном. Неделя проекта на Angular Native. Отзывы ко. Ломается практически любая кнопка, если успеть нажать на back на Android девайсе в момент анимации. Ну, тут вопрос такой. Знаете, я сталкивался с этим еще нативно. Вот. А второй, ну, это не удивительно, потому что список из 3000 объектов резво крутится. Мы сейчас посмотрим, но это все-таки вроде как нативная аппликуха. Вот. А вот пошли трудности разработчиков. Я честно могу сказать, мы попросили нескольких ребят проскиллзапить эту технологию на одном и том же кейсе и составить лист трудностей, что понравилось и что не понравилось, потому что это очень, ну, показательно, когда вы выбираете какую-то технологию. Они, кстати, тут есть, если захотят, сами назовутся. Вот, то есть command line интерфейс. Проблема в том, что симуляторы не всегда запускаются с первого раза. Очень большой стек, он долго грузится и все остальное. Второе, при составлении структуры компонента и стандартных шаблонов разметки выбрасывает из эмулятора. Но тут, знаете, вот удивительное замечание, но вы же дивки в спан не вставляете. Или вставляете? Вот. Я сам. Ну вот тут похожая ситуация. Дело в том, что есть контейнеры, а есть вьюхи. Вот. И, соответственно, вы не можете во вьюху вставить контейнер. Вот и вся причина. Но что из этого следует, это мы в конце поговорим. А нет стабильного инспектора для LiveSync, то есть LiveSync есть, который позволяет вам работать, смотреть с разметку. Потому что на самом деле, как мы уже говорили, то есть имплементация того же ListView, она разная. Дело в том, что если мы говорим про ListView в Android, это будет ListView. А если мы говорим про ListView в iOS, это будет UI Table. И функциональность и возможности у них разные. То есть тут вопрос в том, что вы должны как раз немного понимать платформы. Вот, ну и тут нет возможности использования стандартных HTML элементов разметки. Но это не удивительно, потому что у вас нет HTML. Вот. А вот следующее очень интересное. Стилизация готовых шаблонов затрудняется невозможность увидеть базовые CSS-свойства. На самом деле, я вам честно могу сказать, я знаком с одним товарищем из Лондона, у которого есть платная библиотека, называется Native CSS. Вот, что она делает? Вы просто стилизуете свои нативные элементы с помощью CSS. Стилизация и кастомизация нативных элементов — это одна из больших проблем нативного разработчика. У нас был кейс, когда дизайнер нарисовал один дизайн, и iOS-ники его реализовали за неделю, а андроидщики просидели 2,5 месяца, пока добились того же самого. Это не потому, что Android плохой. Это просто другая платформа, у нее другие UI-паттерны. А дизайнер рисует конкретный дизайн для того кейса, который нужен заказчику. Вот и все. Соответственно, если вы хотите застилизовать, это не значит, что платформа разрешает вам это сделать. То есть по факту я честно могу сказать, что количество поддерживаемых CSS-свойств
В Angular Native сейчас больше, чем в React Native. И стилизуется лучше. И анимация, которая сейчас, ну, очень похожа на Web Animation API, она очень гибкая. На ней гораздо удобней и проще делать анимацию, чем нативно. Вот. А что понравилось разработчикам? То есть command line интерфейс, когда вы создаете просто этот, наличие кучи готовых анимаций, возможности кастомизировать, запускать, наличие keyframe анимации, наличие готовых универсальных элементов разметки, которые отрисовываются в зависимости от платформы, но оно так и есть. Action bar в Android это не то же самое, что action bar в iOS. Вот. Layout containers. Тут, понимаете, тут это специфическое. Тут надо сказать пару слов за, раз уж мы сравниваем постоянно React Native и Angular Native. Дело в том, что в Angular Native, Native скрипте layout контейнеры нативные. То есть там есть absolute layout, есть stack layout, есть scroll view, есть, а в React Native Flexbox. Flexbox на самом деле нету нигде. На мобильной это. То есть они автоматически пересчитывают вашу разметку так, чтобы она подошла в тот момент. Ну, тут вопрос такой, что вам быстрее, что вам необходимее, то есть создать или чтобы быстрее работало. Тут вот. Есть возможность сразу по две платформы, но, как мы видели, сразу под шесть на самом деле. Вот. И связка Angular 2 плюс RxJS. Тут меня спрашивали перед докладом, а как я отношусь к тому, что RxJS в бете. Я положительно, мне он нравится. Вот. Что не понравилось? Естественно, это намного менее удобно, чем веб-разработка. Почему? Потому что у вас нету веб-инспектора. То есть вы на самом деле... Не каждый разработчик, веб-разработчик понимает, насколько это удобно пользоваться веб-инспектором. Затруднена стилизация при наличии собственного дизайна, от этого никуда не убежишь. Нативная платформа, она заранее и всегда будет хуже стилизоваться, чем ваша веб-страница. Потому что любые вьюхи, любые контейнеры, все на нативной платформе предназначено для того, чтобы ваше приложение на нем не тормозило. Кто помнит Android до версии 2.1? Вот, так там, о, один человек. Да, там все списки были черными, без теней и с текстом белым. Почему? Потому что на самом деле одна из самых тяжелых операций – это полупрозрачность тени именно для мобильного устройства. То есть, соответственно, все, что пришло потом, оно меньше кастомизируется. Вот. А вот тут есть мой коллега, даже несколько коллег, которые, прежде чем выбирать платформу, то есть React Native или Angular Native, они что делают стандартно? Они заходят и проверяют все демки, которые есть. И вот у них появился первый вопрос. Чувак, я смотрю, захожу на React Native Showcase и смотрю Native Script Showcase. Ну это ж просто кошмар какой-то. Я пытаюсь не матюкаться. Вот. Говорит, Native Script, он же тормознут и все остальное. Вот переключение и все. Так вот, помните там, где мы говорили про кейсы с потоками? React Native очень сильно выигрывает, еще раз. За счет того, что он асинхронный. Вот. При этом на React Native вы никогда не получите такой же стилизации, как и на Angular Native. Вот. То есть Angular Native, он более... Он ближе к нативной разработке, а не к вебу. То есть у вас больше доступна функциональность. Вы должны четко понимать, как это все работает. И если вы хотите получить достаточную производительность, то, например, при переходе со страницы А в страницу Б, вы должны сначала сделать анимацию, а потом подгрузить данные. Так делает любой нативщик.
Вот, но не любой React Native-щик. Вот. И второй вопрос, а что так долго Splash Screen? На самом деле Splash Screen оптимизируется, то есть в большой программе время загрузки application порядка 3,5-4 секунд. Это приемлемое время для старта программы. Вот. И реальный кейс. Есть такой проект из JS, Apache Miller есть, он там участвует, ушел куда-то. Вот. Есть подпроект в этом проекте Property Cross. Вот. Это есть спецификация, вы должны написать на том фреймворке, на котором, вернее, для того, чтобы попробовать кроссплатформенную разработку, вы можете зайти на GitHub и проверить реализацию одного того же приложения на большом списке фреймворков. Там сейчас есть нативные примеры, есть Xamarin и еще порядка там 20 или 30 и JS-ных платформ, и фреймворков, и все остальное. Так вот, мы начали писать этот Property Cross, то есть аппликуха простая. Есть открытый API одной из лондонских фирм, которая занимается продажей недвижимости. Есть несколько страниц. Вы просто вводите свой location, ищете, он выводит список, вы нажимаете, что-то получаете. Вот это, собственно, был наш дизайн. Мы попытались что-то сделать, потом подошли к дизайнеру и говорим, надо нарисовать. Он принес, и у нас получилось вот такое. Это native script. То iOS, это Android. Вот. Ну, честно, видео чуть-чуть лагает. Честно могу сказать. Но зато видно и там и анимашки, и переходы, и там какие-то вещи, и закругление, и стилизацию, и что хотите. То есть вот. Так что ж мы получаем на выходе со всего этого? Мы получаем выводы. Первое. Платформа уже реально product ready. Второе. Это действительно другие платформы, и вам необходимо знать их специфику. То есть вы логику можете написать, можете портировать, можете использовать, но вы должны для хорошего результата, для того, который не отличается от нативной разработки, вы должны понимать, на чем вы работаете. То есть точно так же, когда вы пытаетесь сделать красивую страницу, вы должны понимать, как там происходит стекинг лайаутов, как происходит веб-анимация, как происходит все остальное. Вот. И вы должны четко понимать, что асинхронность — это не потоки. Вот. Что если вам надо что-то много посчитать, надо использовать веб-веркеры. И такой личный совет. Не забывайте следить за официальными багами, потому что у нас был случай, когда у нас очень дико, сильно, безумно тормозило приложение на андроиде. То есть порядка 4-5 секунд после смены страницы ничего не происходило. Вот, то есть приложение ни на что не реагировало. Ну, не могло это повторяться без официального issue на официальном сайте. Да? Мы зашли туда и посмотрели. А проблема состоит в следующем. Платформа достаточно живая. Они каждые 4 месяца выпускают новую версию. Вот, и они в новой версии они посмотрели и решили, а давайте мы после смены страниц запустим сборку мусора. И вставили туда. Так вот, коммент одной строчки порешал абсолютно все. Вот, мы закомментировали реально одну строчку. ЖЦ и все. Вот. На самом деле в середине ноября версии 2.4 они уберут, это официально зарегистрировано, уже решено и все остальное. И несколько полезных ссылок. Да. Да, ну несколько надо с чего-то начинать, да. Вот. Но честно могу сказать, документация очень шикарная. То есть реально для старта вам необходимо знать две ссылки. Первая ссылка — это на официальный блог, а вторая, если вы работали с фонтгапом или с иоником, как перейти с ионика на native script. Больше ничего. Вот. И буквально вчера я сижу в Slack native script,
они объявили Native Script App Challenge, тема Рождество с какими-то наградами, там, фишками и всем остальным. Так что, если кто-то хочет поучаствовать, анонс будет в течение пару дней.